Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Cover Defender, или Cover Defense, то есть защитник коров, как я ее называю. Я вот только-только улучшил главное здание до какого там, до 13 уровня наш штаб. Даже еще ничего не улучшал, то есть только зашел в игру, сразу вот у меня 13 уровень. Собираю свою прибыль, как видите, довольно-таки большая. Сделал улучшение вот здесь вот в лаборатории, до 5 уровня все максимум улучшил. Ну и в принципе можем идти дальше по заданиям. А кстати, еще получается дистиллятор могу делать, потому что я его еще не построил, вот только-только я же улучшил. Правда, места нет, нужно тут немного все раскидать для того, чтобы можно было поставить. Да и вообще, наверное, скоро я куплю себе новую территорию, а то здесь у меня уже ничего не помещается. Как раз пока буду играть, потихоньку поулучшаю дистиллятор, потом сделаю перераспределение. Вот, хорошо. Теперь у меня будет больше энергии. Все, пускай улучшается. А мы попробуем пройти очередные уровни. Вот, кстати, у меня какие-то достижения есть. Собрать 1 000 000 золота. Ох ты! 80 этих изумрудов. Ну или кристаллов, круто. Выполнить 10 исследований. Тоже выполнил. Так, эликсира тоже 1 000 000 собрать. Еще 80. И улучшить штаб до 12 уровня. Улучшил. Получается, вот еще нужно уничтожить 300 быстроногих шурфов. Я это сейчас сделаю. И получить звезду еще одну. Нужно всего лишь тоже выполню. Ха, класс. То есть буквально сейчас еще куча изумрудов мне дадут. А уже подожду, пока улучшится. Дистиллятор наш, вот. Минута осталась, я его ускоряю. Запускаю еще раз. И наши уровни. 19-й, поехали. А, беги, пришелец, беги. Ох ты, это быстрые будут. Ну ладно. Эй, верни спорт-инвентарь. Не могу, у нас на носу матч по галактическому керлингу. Так вы еще траву нашу... вы еще траву нашу портить будете? Конечно, вашу. Нет уж, объявляю закрытие летнего сезона. А пришельцы пытаются своровать атрибуты чирлидеров. А у коров ответственный матч на носу. Ты знаешь, что делать. Ха-ха, да, знаю. Так, у нас 8 волн здесь, ничего себе. О, а они тут с одного этого всего места выбегают, это хорошо. И у нас новый враг. Зорк глубоководный. А с таким зорком справиться... можно с помощью рогаток. А молоко бессильно нанести ему серьезный вред. Хорошо. Значит, буду ставить рогатки. Пока так вот, наверное, да? Ну, вот здесь, наверное, еще рогатку тоже. Ну и посмотрим, может, замедлялку потом поставлю. Все, будем по ходу ориентироваться. Куда они будут идти? А, ну кроме них же еще обычные здесь тоже бегут. Ох ты. Ого, это не круто, они проходят. Их много, наверное, здесь тоже рогатку нужно еще одну поставить. Так. А ну-ка, добьет она его или нет? Или вантус нужно держать? Наверное, вантус все-таки. Ай, добила. Ну, в общем, ладно. Добила и хорошо. Еще немного, я смогу улучшить рогатку хотя бы одну. А, уже... Стоп. Вот здесь 25. Отлично. Дело пойдет лучше с улучшенной рогаткой. Так, ладно. Ускоряю следующую волну, чтобы больше молока получить. А вот этот бежит, мне не нравится. Как? А, вот быстроногий этот. Но ему там хана. К этого нужно прибить бронированного. Так, ладно, что-то у меня перестает получаться. Нужно молоко поставить, которое по толпе бьет. Вантус. Так, здесь нужно улучшить тоже. Вот еще быстроногий этот. Ой-ой-ой. Ну, давай, есть. Добили его, хорошо. Вон тот там идет, почему-то прорывается, не пойму почему. Ну, и что с ним не так?
Ну, да, добей его, отлично. Фух, как тяжело. Нужно, наверное, молоко улучшить. Опять быстроногие эти. Да что ж творится такое? Главное, чтобы невидимки не побежали. Он, кстати, невидимка. Нужно его ударить. Против него же клей, да? Нужно клей где-то поставить вот здесь хотя бы. Вот, клей. Есть клей. Этого быстроногого лучше сразу прибью. Еще невидимого. Так, где мне еще клей? Нужно здесь, наверное, клей поставить. Я не успеваю все, что нужно улучшать. Так, рогатка. 25 молока. Есть, улучшил. Так, ускоряю следующую волну. Ну, почему того невидимого никто не видит? По идее, что я вот рогатку, молоко там поставил. О, вот, отлично. Не, да его дело в том, что все равно лучше вантузом. Фух. И клея нужно улучшать. Все нужно, в общем, улучшать. Наверное, здесь еще одну рогатку поставлю. А здесь вот клей. Так, следующая волна, хорошо. Молоко нужно улучшить, чтобы по площади било. Ого, вот как раз вовремя. Я это сделал, как видите. Наверное, нужно шипы ставить для них специально, да? О, ну, сразу, раз. Шипы, конечно, помогли. Единственное, их минус — это долгая перезарядка. Так, я даже не буду ускорять следующую волну, потому что иначе меня тут просто разорвут. Ладно, можно теперь ее ускорить. Два молока хотя бы получу, и то хорошо. Так, рогатка до максимума, до текущего у меня. Молоко до максимума. Так, еще одну рогатку улучшу. Как их много, это только шестая волна. Опять я не буду ускорять пока. Потому что там у меня все плохо. Хотя вот теперь можно, в принципе, и ускорить чуть-чуть. Там уже мои освободились. Нужно будет улучшать себе уже пушки до 4 уровня. Пока если они у меня максимум до 3 улучшаются. Вот, больше 3 нельзя. Ну, все равно вот. Улучшил, и то хорошо. Вот молоко здесь пошло стрелять, точнее клей. Эти невидимки он. Через клей никак уже не прорываются, да? Здесь тоже нужно клей улучшить. Ого! Это 8-я волна, я лучше сразу ее немного прорежу, вот так вот. Что там? Порядок. Хорошо, что я там клей улучшил. Лучше вантузом туда кину. Вот. Все, получилось. Было тяжело, реально, но получилось. В конце даже 111 молока осталось. Дистиллятор улучшен. До 3 уровня улучшаю его еще раз. Так, что у нас здесь? А что? Забрать свои награды? Получить 55 звезд. Получено. Дальше уже 210. Уничтожь 300 шурфов. Уничтожил. Дальше уже 3000. Ничего себе. Ну, в принципе, вот. Пока далеко там. Да, другие наград как бы. Идем к следующему уровню. Я спортзал тоже улучшил. Вот уже он 16 энергии у нас дает. Следующее улучшение ресурса уже по 250 тысяч стоит. У меня складов таких нет пока, только на золото 309 тысяч склад, а на эликсир он 184 всего. Так что золото я пока улучшать не смогу. Пока не доулучшаю эти вот хранилища эликсиров. Уровень номер 20. Атака клонов. Ух ты. Я новый шериф этого округа. Прошу сдать ваш значок Ивантус. Раз ты новый шериф, то наверняка знаешь клятву шерифа. Да, эта клятва мне знакома. Ведь я шериф.
а все шерифы знают клятву шерифов, потому что они шерифы. А вот и нет никакой клятвы шерифа. Для убедительности тебе не хватает машины. Пришельцы хотят заменить настоящего шерифа на клона. Надо их срочно остановить. Класс. Откуда они будут идти? Вот отсюда, да? И сверху. Ой, это плохо. Эти бронированные. Так, подождите, бронированные 3, таких 15. Даже не знаю, кого мне здесь ставить. А, ладно, в любом случае, здесь, наверное, буду вот так молоко поставлю. Здесь такое молоко. А вот здесь рогатка. И здесь рогатка. Так, ну и молоко одно, это улучшу. Все, поехали. Посмотрим, правильно я принял решение. Ну, по вот этим мелким молоко второго уровня поливает хорошо. А по этим бронированным рогатки тоже неплохо выступают. Все-таки молоко это хорошо, вот тут по этим мелким нужно, наверное, его еще одно поставить, а то они прорываются как... Ай, плохо. Нужно рогатки улучшать. Ой, куда он пошел? Вы чего? Хорошо, когда есть вантус. Ой, этот быстрый шурф побежал. Но недолго он бежал. Как говорится, недолго музыка играла, да? А вот это здоровый, конечно. Пока у меня слабо эти пушки. У него есть шанс прорваться. Но нет, небольшой шанс был. Нужно еще рогатку улучшать. Буквально вот сейчас. Или молоко улучшить. Наверное, пока молоко улучшу. Вот, супер. Да, молоко он этих быстроногих вообще просто на дух не переносит, да? О, а вот и моя этот вот это вот, которая по массе бьет, хорошо сработала. Ого, что-то они так как-то наступают, мне не нравится. Нужно еще молоко. Ого. Не пойму ничего. Новый враг, что за враг? А, монки лечащие. На голове у лечащего монки приспособление из бутылок с лекарством. Великан может восстанавливать здоровье в процессе боя. Ух ты, плохо. Я пока, наверное, все-таки подожду, пропущу немного. Так, мне нужно, наверное, улучшить вот это вот. Все, можно выпускать их. Нужно, наверное, клей начинать ставить потихоньку. Так, хотя бы простой пока. Чтобы замедлялку делал, да? И... А здесь вот, даже не знаю. Он лечится, но это ему особо пока не помогает. Так, молоко есть, только не знаю, куда его расходовать. Наверное, лучше обычное молокомет. Они он этих с легкой броней просто легко прибивают. Здесь клей поставлю. Здесь на всякий случай поставлю такое вот молоко. Ого! Ого! Нужно было все-таки рогатки улучшать побыстрее. 41 нужен. Вот, еще одно улучшил. Пошло дело. Наверное, я здесь тоже поставлю еще одну рогатку, потому что рогатки здесь рулят. Так. Улучшил одну рогатку. О, вон и пошли эти прозрачные, ну, невидимые. Она, она, она. А там его клей встречает, да? Отлично. Я его даже улучшу ради такого дела. Вовремя я поставил этот клей там, да, видите? Иначе прорвались бы враги.
Ага, ага. Он опять невидимо прорывается. Ему там вообще ничего не светит. Так, еще одну рогаточку улучшить. Уху-ху. Так, пока вроде бы все хорошо, и с запасом с таким. Так, нужно вот это вот улучшить по массе. Клей можно еще тоже улучшить. Отлично. Так, прелесть. Пока шансов у них прорваться никаких нет. Так, можно еще молочка получить. Этот невидимка, он там прорывается. И прорывается таки. А, он сюда вниз бежит. Ой-ой-ой. Срочно нужно клей еще. И улучшить. Вот, все. За него я там спокоен. А вот с этой стороны там что-то творится. Нужно рогатку еще доставлять. Ух, как их там много, слушайте, вообще. Еще рогатку лучше. Это же последняя волна, дело там что, да? Поэтому такие вот дела. Наверное, я здесь вот поставлю пока шипы эти. Пускай их хоть немного там прорядит. Ой-ой-ой. А вот здесь вантус нужен. Отлично. Может, там и так бы добили, но все-таки с вантусом как-то полегче. Все, больше они уже не идут. Это последние, которых сейчас добью. Хорошо. Бедненький один идет, и вот на него все ополчились, мои коровы, да? Победа! Ура! Так, эликсира уже очень много у меня. Получается, нужно... Я не знаю, за эликсир что-то сделать. Допустим, я так понимаю, мне лучше сейчас сделать за эликсир улучшение для рогаток. Получается, 5 часов оно будет улучшаться. А, для того, чтобы я мог рогатки делать 4 уровня. Все, пускай улучшается. А у нас впереди еще один уровень. Надеюсь, я его тоже пройду хорошо. У нас новая локация. Ох ты. Это, в смысле, новая глава, 5-я. Как она называется? Даже не знаю. А, превращение. Уже 3 энергии стоит партия. А куда спешишь, дружище? Молчит. А спешу преобразовать ваш эликсир в наше инопланетное пивко. Значит, мы добываем его потом и кровью для развития науки, а вы из него пойло гоните. Именно так, капитан Очевидность. Мое звание шериф. И у меня есть вантус. Ха-ха. Пришельцы хотят украсть эликсир, чтобы потом сделать из него свой вредный энергетик. Останови их во имя прогресса. Ха-ха. Так, кто у нас сбежит? Ого, по 6 штук этих быстрых. Мне это не нравится. Так, мне нужно, значит, ставить клей, наверное, сразу. А он же дорогущий. Клей. Молоко. Здесь тоже клей. А, молоко. И вот здесь рогатку. Ну, пока как-то так, наверное. Еще молоко, конечно, можно будет подстраховать где-то. Так, ну-ка. Ого, еще одно. Блин. Вантус. Оп, хорошо. Еще одну рогаточку поставлю вот здесь. Теперь порядок. Ого, оно быстрые какие, слушайте. А ведь прорвался. А, срочно. Блин. А, так им еще нужно потом убежать обратно.
Тю, я что-то как-то это упустил из виду. Молоко. Не пойму, что-то у меня пока плохо получается. Поставил слишком много вот этих маленьких. А ведь дело в том, что нужно улучшать тех, которые есть. Вот рогаточку, допустим, улучшать. Опять эти быстрые, блин. Нужно молоко улучшать. Ой, вот он уже здесь бежит. Обалдеть. И этот тоже. Ох ты, как он передал, слушайте. Не-не-не. Вы это видели? Нет, мне это все-таки не нравится. Я переиграю. Рестарт. Да ну, это вообще никакие ворота не вписываются. Как лучше здесь быть, получается? Угу. Допустим, здесь будет молоко. Здесь будет рогатка. Здесь будет молоко. Здесь рогатка. Здесь тоже вот рогатка. А вот здесь будет клей стоять. Так, посмотрим. О, какие они быстрые, побежали сразу. Ничего себе. Вот, а здесь могу клей поставить. Все, порядок. Того замедлили, этого запинали. Отлично. Главное не дать им эликсир пронести именно вот хотя бы немного, потому что потом он передается. Ух ты. Тяжело как бы. Так, нужно, наверное, обычное молоко улучшать. Потому что там вот эти вот с легкой броней обычное молоко по ним хорошо стреляет. Так, еще одно молоко верхнее улучшил. То есть теперь у меня два молока второго уровня, три рогатки и один клей. Ну, намного лучше, чем в прошлый раз начало. Нужно не забывать про невидимок, соответственно, ставить вот еще клей здесь. И сверху нужно клей поставить. А, вот, все, теперь я готов к невидимкам. Я думаю, так, готов. Вот они бегут уже. А, это ж не невидимки, это просто быстрые. Ну, как видите, их встретили, да? А вот и невидимки. Вот, и его уже обнаружили, начали кидать в него там шапками. А, все. Там его принимает второй клей, там третий подключается, то есть... А, кстати, можно ж улучшить рогатку. Чтобы бронированных этих бить. Еще одну улучшить. И осталась еще одна неулучшенная рогатка. Так, быстрые вообще тут, видите, без шансов. А вот и невидимые пошли. Так, ладно. А вот эти невидимые отсекают. Вот их клей встретил один. Там сверху второй примет. Рогатку третью улучшил. Ну, тогда бей же ты его. Хорошо, так, вот этот теперь идет. Ого. 25. Ну, по идее, прорываю. Ну, нормально все. Нужно рогатку улучшать. Вот я сверху улучшил рогатку до третьего уровня. Вот, теперь должно быть легче. Это только пятая волна. Ничего себе. Вот здесь тоже нужно, наверное... Ну-ка. Вот. Что-то совсем как-то тяжело. Наверное, нужно ставить шипы. Вот, отлично. С шипами, конечно, дело пошло. И нужно ставить этот, который по массе бьет. Молоко. Ого. Ого. Почему я не справляюсь? Ничего себе. Рогатка.
Еще рогатка улучшенная. Нельзя им дать хотя бы одно взять этого. Хоть один эликсир. Я еле отбился, вы знаете, еле отбился просто. Новый враг. А небольшой летающий пришелец. Только молокометы и рогатки способны по нему попадать. Ну, у меня ж, в принципе, есть и то, да? Молокометы нужно улучшать тогда, срочно. О, вот он полетел. Вот они, эти новые войска. А там молокометы у меня, он даже второго уровня по нему попадает нормально. Хорошо, все. Отсек. Сверху молокомет улучшил. Фух, эта волна легче, чем та, которая предыдущая была. Хорошо, что у меня были эти полицейские лежачие и машина, то есть без них бы я там не справился. Фух. Видите, как молоко по ним бьет, классно. Они даже особо никуда не полетели. И все. Где же вы? Это ж только 6-й уровень. Они не рассчитывали, что я их так хорошо раскидаю. Может клей улучшить? Да хотя клей, в принципе, только против быстрых. И так хватает. А? Это типа передышка, да? Перед 7-8 волной. Чтоб я улучшился там. Ну и так далее. А вот же еще можно улучшить рогатку. Все, у меня 3 рогатки здесь стоит улучшенных. Против этих бронированных. Пошло дело. В запасе есть магия, если что. Вот это вот. Машина и шипы. Нужно еще... А что мне еще нужно? Наверное, здесь тоже еще одну рогатку ставить. Ого, опять их целая куча. Он идет как танки. Там снизу уже 2 рогатки, даже 3 по ним бьют, а им вообще как-то... О, хорошо. Все, 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 отлично. Где бы еще поставить что-то? Я буду клей, наверное, улучшать. Правда, не знаю зачем. Просто потому что... А, вот здесь можно молоко поставить. Ой, не то поставил, ладно. Продам, так и быть. Вот это хотел поставить. Первое молоко. И вот и лучше его. И еще лучше. Вот, сверху. Видите, как раз вовремя поставил. То молоко добило этого летающего. А, еще молоко нужно срочно ставить. Улучшу. Главное вовремя все делать, да? Смотрите, как вовремя. Есть. Этих летающих целая куча. Просто нереальная. Но они выдохлись. Фу. Как это было тяжело. Реально было тяжело просто. Так, и новое достижение. Уничтожить 10 парящих флипов. Получить. Уничтожить 100. Я их уже 50 уничтожил. Так что я думаю, в следующий раз доуничтожаю, скажем так. А, ну, вот такие были очередные уровни в нашей в нашем защитнике коров. Как видите, ресурсов я набрал целую кучу. Теперь у меня... опять же куча, я только могу один этот вот улучшить за 250 тысяч, да? И все. А поэтому будет чем заняться в промежутке между обзорами. Поэтому через недельку там может или около того ждите следующие выпуски. А на сегодня с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилось это прохождение. Если это так, то поддерживайте это видео своими лайками. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и не пропускать новинки. Пока-пока, до новых встреч!